Мужчина стреляет из квартиры по улице Красной Звезды. Именно такое сообщение поступило вчера, 15 июля, поздно вечером на пульт полиции от жителей микрорайона Октябрьский. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стрелял с балкона собственной квартиры. Это четинец 79-го года рождения, работающий, ранее несудимый. У него изъято огнестрельное гладкоствольное ружье. Данный гражданин доставлен в полицию. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его действиям будет дана правовая оценка. Здание было оцеплено, а улица Красной Звезды перекрыта на случай, если мужчина возобновит стрельбу. Пострадавших от беспорядочной стрельбы, к счастью, не было. Слышал наподобие выстрела, но это было как вроде сбитое зажигание на машине. Я водитель, профессионал, поэтому я даже не подумал. Стреляет, а потом... это две серии где-то было. Раз, потом где-то выстрел 4 еще раз. Стоит добавить, что при задержании мужчина не оказывал сопротивления, дверь открыла супруга. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.